Поддержка социально уязвимых слоев населения в условиях современной реальности. С каждым днем все больше актюбинцев принимают активное участие в общенациональной акции «Бызбыргемыс». Свою помощь оказывают сотрудники благотворительного фонда «Зикет» и религиозные учреждения. В частности, все мечети региона на пожертвования приобретают самые необходимые продукты питания и индивидуальные средства защиты. Сегодня при поддержке волонтеров продуктовые наборы были разданы по домам особенно нуждающихся, а также тех людей, кто остался без заработка. В общей сложности помощь получили 100 актюбинских семей. В один семью один пакет, там 20 килограмм в одном пакете. Там находится 2-3 килограмма муки, 2-3 килограмма подсолнечного масла, рис, так далее, чай, картошка, морковь и так далее. Самые необходимые продукты. Каждую неделю примерно на 50 человек будем стараться, не обещаем, но будем стараться с помощью горожан, всех жителей города Актюбе. Здесь не только мечеть Нейман, все горожане здесь помогли. Ну вот планируем каждую неделю примерно до 50 человек, которые к нам с просьбой приходят. Мы им хотим помочь.